Это любимый мой аксессуар. И бренд начался именно с них. Несмотря на то, что запонки всегда считались мужским атрибутом, мы делаем и женские запонки. Еще Коко Шанель, которая перевернула мир современной моды, использовала элементы мужского гардероба в женском. Не только запонками и брошами. С недавнего времени мы начали заниматься бабочками, галстуками, подтяжками и другими аксессуарами, которые могут разбавить, сделать утонченней и краше мужской и женский гардероб. Несмотря на то, что в России по сравнению, там, наверное, еще с 5-летней давностью очень много разных запонок, очень мало запонок с историей и запонок качественных, которые сделаны вручную и которые действительно представляют собой законченный красивый элемент. История запонок пошла с монет. Большая часть базовой коллекции нашего бренда сделаны из монет. То есть монета является вставкой. Все монеты представляют собой определенную ценность, нумизматическую, поэтому каждый заказчик тех запонок, которые хочет носить, он вкладывает свою историю в каждый элемент. В деталях приходите к нам, и мы поможем вам создать ваш образ.